Всем привет, с вами Марс, и мы начинаем проходить уже по счету второе, даже третье дополнение к Skyrim, глобальное, которое продается за 15 баксов в Steam. Правильно, это Dragonborn. К сожалению, я вам не могу показать, как ко мне пришли два засранца в похожих костюмах, которые сейчас на мне одеты, и сказали, что я не Довокин, я Брикун. И вот у одного из них была вот эта записка. Судно «Северная Дева» пришвартовано в Вороньей скале. Отправляйтесь на нем в Винхельм, а затем начинайте поиски. Убейте ложного Довокина, известного как Джонни Босс, до того, как он достигнет Солстейма. Возвращайтесь с хорошими вестями, Мирок будет доволен. Кто такой Мирок и как я ему перешел дорогу, мы еще пока не знаем. Но мы отправимся в Винхельм и убьем эту скотину. То есть в основной кампании у нас был супер враг, предводитель всех драконов Алдуин. В Дангарде это был этот, лорд вампиров Харкон. В Хитчфайре у нас врагов не было, кроме волков и бандитов. В принципе, это такое мирное дополнение, что-то вроде 700. А теперь мы отправляемся в Винхельм. Отправимся, пожалуй, в конюшню. И начнем уже все-таки это дополнение. По описаниям, по роликам, оно будет чрезвычайно крутым и стоящим тех денег, потому что я не вполне понял, за что просят деньги в дополнении Hitchfire. Ну да, объемная работа, но все равно это на движке ихнем делается довольно-таки быстро. По-моему, она не стоит тех 15 баксов, так же как и сейчас стоит Даунгард, и так же как сейчас стоит Драгонборн. Вот этого я немного не понял. А вот это вот именно полноценное сюжетное дополнение с большой локацией. Я сейчас говорю, конечно, чужими словами, но сейчас мы все и сами увидим. О, прошу прощения, я мешаю. Нет. Я уже при полной оснастке. Взял все необходимое, небольшое количество стрел, мои любимые катаны, проточенные для до легендарных, отлично зачарованные перчатки и сапоги, даже где-то шлем мой вайтранский должен лежать. О, нет, я тут даже не вылезу. Так, а как тут вылезти, ребят? Замерзну сейчас. Кстати, есть еще одно довольно-таки увлекательное дополнение, надо будет его тоже пройти на канале. Оно связано с выживанием в Skyrim, то есть там, начиная с того, что если ты заходишь в ледяную воду, у тебя убавляется тепло. Блин, я под лед залез, это кошмар. У тебя начинает убавляться тепло, и со временем ты умрешь. Ты должен обогреваться на холодных ветрах. Разводить костры, выживать, жрать мясо, причем мясо надо жарить. Короче, тупо survival. И это, по-моему, круто. Никогда особо не любил Винхельм. Прямо в тоску гоняет. Да, печаль. If you're looking for passage to Solstheim, too bad. I'm not going back there anymore. Ты капитан? Sure, yeah, that's me. Why? Who sent you? На меня напали культисты, которых ты привез. Now, hold on. That wasn't my fault. I didn't know they were going to attack anybody. I don't even know how I got here. Короче, ты должен меня отвезти быстро. I remember those people with the masks coming on board. Then, the next thing I remember, I'm here, and they were gone. Чувак, that's not right, losing whole days like that.
Тебя что, амнезия, что ли? Something strange going on there for a while. But after this, I'm done. I'm not going back to Solstheim. Ты странный. А придется. Ты отвезешь меня на Solstheim. Have you been listening to me? I'm not going back there. Я думаю, ты не понял, да? Меня пытаются убить, и слово «нет» в качестве ответа меня не устроит. Hold on now. I'm just a simple sailor. I never wanted to get mixed up in any of this. All right, I'll take you. But we leave immediately. Ну вот. Да не поеду. Так, а вот это уже что-то интересное, новые картинки. Кирка какая-то такая. Прикольная. Алмазы такие здоровые. Ё-моё. Это вообще что-то круто. Это какая-то карта. Непонятная. Наверное, это карта того острова. Посмотрим. Что-то он какой-то большой. Я даже не знаю. Ух ты. Well, here we are. This is Raven Rock. Воронья скала. Can't say I'm all that glad to see it again. Good luck. Maybe you can figure out what's going on around here. Фанаты серии The Elder Scrolls. Просто пищат от удовольствия. Но место под названием Solstheim пока мне ничего не говорит. Так. I don't recognize you. So I'll assume this is your first visit to Raven Rock, Outlander. State your intentions. Я ищу Мирака. Его знаешь? Мирак, I'm not sure. Я не Did понял. I do? Just remember, Raven Rock is sovereign territory of House Redoran. This is Morrowind, not Skyrim. While you are here, you will be expected to abide by our laws. Any questions? Знаешь, что такое Мирак? I'm unsure. I swear, I know the name, but I cannot place it. Вы что, все тут ударенные, что ли? I don't think so. I'm not... The name has something to do with the Earthstone, I think, but I'm not sure. Raven Rock started out as an Imperial settlement. The Empire decided to abandon it, just as my people were first setting foot here. They left the town a shambles, and when House Redoran took over, we turned it around and it became ours. And even if it's been a struggle to make this island livable, we're proud. Ну, хорошо. Remember, we are watching you. Fjolan, I was starting to wonder what happened to you. Я, конечно, понимаю, что... We were delayed by bad weather. Before you even asked, yes. Неплохая броня. But... Я, конечно, понимаю, что это Morrowind, но я играл в него очень давно. Что-то такое тут есть, да. Давайте-ка пройдемся сначала, посмотрим, что тут есть вообще. Гробница. Вредозобник. Капец. Да, локализация. Браво. Браво. Ну ладно, хотя бы какая-то локализация. They serve the best sujama I've ever tasted over the wretched mesh. Worth every coin. Хорошо. Ладно, я не знаю, что такое сюджама ваша.
поместье. Ну, ладно, в поместье заходить не будем пока. Так, тут я вижу кузницу. Тут что-то новое, я думаю, появилось. Так, еще в ревизоне. Она будет собирать. Очень помитый, прикольный материал, костяное. Так, костяное. Ну что, серьезно, что ли? Костяная тяжелая броня. Ой-ой-ой. Это, наверное, броня этих стражей. Так, хитин. Хитиновая броня. Блин. Легкая, тяжелая. Тяжелая, легкая. Блин, прикольные очки. Так, еще есть нордская. О-о-о! Блин! Вот это красиво. Это, кстати, очень. Ё-моё. Ну, это вообще мое почтение. Стрелы? 14? Неплохо. Надо будет накрафтить себе стрел. Это жалко, что тяжелая. Хотя мне, в принципе, по барабану. Надо будет себе комплектик такой скрафтить. Блин, ну... Оружие красивое, красивое. Кинжал такой. Поднячий. Ух ты! Какая прелесть. Вот такой лук я себе, пожалуй, сделаю. Нордский меч. Грубый, конечно, но... Выглядит достойно, достойно. Нужно быть ртутная руда. Так, тут орнамент медведя. Такой мечок прикольный. И щит тоже. Ох, молодцы, стильно. Так, ну тут ничего нового. Драгоценности. Я не любительница солнечных ванн. Но даже они лучше, чем это. А что не так, Сирана? Так, это у нас что? Да, значок. Гильдии воров. Мелори. Что-то знакомое, Мелори. Ну ладно. Потом вспомним, если повезет. Заброшенный дом. Тоже какой-то квест, наверное, с этим связан. Еще вредозорники. Так, а куда это нас ведет? Указатель. Посмотрю. А ну-ка, подождите, что у нас? Вот это да. Вот это прикол. Такой симпатичный остров. Да, блин. В Дангарде было там сколько? 5 или 6 локаций? Ну, таких они были. Довольно-таки маленькие. А тут. Кошмар. Ребята, что устроили? Чего? You there, you don't seem to be in quite the same state as the others. Very interesting. May I ask what it is you're doing here? Я ищу того, чье имя Мирак. Мирак. It sounds familiar, and yet I can't quite place. Oh, wait, I recall. That makes very little sense. Мирак's been dead for thousands of years. Тысячи лет? Вот это уже интересно. I'm not sure, but it is fascinating, isn't it? Perhaps it has some relation to what's going on here. Quite unexpected. I'm afraid I can't give you any answers, but there are ruins of an ancient temple of Mirax. Руины храма Мирака. If I were you, I'd look there. Ясно. Что делают эти люди? Building something, clearly. And yet they don't seem to have much to say about it. I'm very interested to find out what happens when they finish. То есть охренеть, они строят, только сами не знают что.
Ты не пробовал покончить с этим? Certainly not. Doing so would interfere with whatever is going on. And I would be unable to see. Да, это железный ответ, в принципе. Как же ты узнаешь, что будет? Think it is only a place of ash. It has rolling green plains and swamps and verdant hills too. Хорошо. That's them. Что это все-таки такое? And when the world shall see, and when that seems inadvisable, oh well. I touch the stone. Ah, so you are able to resist the effect by exerting your will. Fascinating. Here in his shrine, I would not have the ash from Red Mountain. Какого хрена? Secret. Here do we toil. Это, наверное, та самая чудесная скайримская погода, про которую все только и твердят. Все равно заткнись этим скайримом. Этот долбанный камень каким-то образом подчинил мою волю. Твою бога душу мать. Как это понимать? Так, я пока не хочу знать. Куда нас ведет указатель? Так, храм Мирака. Тут немножко дофига. Ну ладно. С этим мы потом разберемся. Твою дивизию? Что это было? Так, нужно найти таверну. Так, корень. Выберем корень травмы. Еще в ледозорник. Так будет. Вот там есть еще одно очередное. Пока не будем никого трогать, ибо мы не знаем, кто тут живет. Заброшенный дом тоже пока не будем. Так, кто тут живет? Ферма. Пока не нужно. Дом. Чей-то дом. Так. Может, это таверна? Странное название. Да, судя по всему, да. Ты кто такой? Ты меня так хозяин? Welcome to the Retching Next Corner Club, my lord. If you need anything, Master Geldis will be happy to help you. Клуб. Хорошо. Ты знаешь Мирака? Did I know someone by that name? Someone that wanted something. Да, у них у всех, походу, амнезия. Maybe I'm just confused. I can't be sure. Хотя нет, Добро такое чувство, как будто им специально кто-то мозги промыл. Келдрин Серо, blade for the best swordsman in all Morrowind, is at your service. And for the right price. Наемник. Мафолок Локю. Крутой наемник. Так. Еще есть такой. I work for Mogul. Mogul doesn't lend coin to outlanders. Look somewhere else. В принципе, I'll give you this warning only once. Stay out of my way, and we'll do just fine. If you're dealing with me, знаешь, there's a... No, wait. I recognize the name, but I'm not sure why. I don't know. Скажи, что, что I знаешь. Feel strange just thinking about it. Temple, maybe. Here on the island, something about a temple. Something better to do. Охренеть, никто ничего не знает. Да, ребята, вам походу кто-то сильнейшим образом промыл мозг. Причем я даже знаю, как это случилось. Каким-то образом эти камни распространяют силу этого мира. А это у нас комнаты. Хорошо. А вот и бармен. Welcome to the Retching Next Corner Club, home of the finest suit jammer that will ever grace your lips. Необычное название. There's actually a funny story behind the name, friend. Да, я люблю интересные истории. I was walking down by the docks,
And I noticed a Dunman staggering along with a bottle of Sue Jammer in hand. He was one of my patrons, liked to drink heavily, so I wasn't exactly surprised. Не вижу, в принципе, ничего бара. But you see, this particular Dunman was as naked as the day he was born, and singing badly at the top of his lungs. Ну тогда да. As I'm watching this spectacle, a net floats over the bulwark towards him. The man looks straight up at the net, yells, have a drink, and tosses the bottle. And it never hit the ground. Well, the bottle broke on the net, and it must have swallowed its contents, because finally, it stopped and began to quiver. A few moments later, the foulest liquid to ever assail your nostrils spewed from its maw. I've seen plenty of drunks in me day, and I'll tell you right now, that net was sick. Теперь понятно. True story, friend. True story. Было бы это, короче, на русском. Цены тебе, чувак, come не back было. Anytime. My doors are always open. Просто, к сожалению, не все понимают, но теперь при качестве 720, если не всем будет слышно, то хотя бы все смогут прочитать субтитры. Так. Я думаю, тут мы, пожалуй, остановимся, как для первой серии довольно-таки плодородно. Мы приехали на остров. Нас подчинил некий камень. Это охренеть. У всех жителей промыты мозги. Будем разбираться. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.